Лето – время творчества, и вот уже традиционные квартирники покидают свои стены и выходят на улицу. Музыкально-поэтический природник в городском парке объединили с запуском водоем золотых рыбок и началом работы нового фонтана. Мы начинаем мероприятие, которое подготовила талантливая молодежь нашего города. Давайте им поаплодируем. Сегодня здесь настоящие молодые звезды. Яхта, парус. В этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Открыл природник душевный хор. Коллектив был создан 2 года назад, но уже приобрел популярность в городе. В его репертуаре душевные мелодичные песни, известные, лирические, танцевальные. Организатор хора Галина Гагарина, а художественный руководитель Марина Грецкая, получившая музыкальное образование в Российской академии имени Гнесиных. Участники коллектива – молодые женщины, любящие музыку и общение. Впрочем, возраст, по их мнению, не имеет значения. После природника, глядя на то, как хору подпевала молодежь, они всерьез задумались над открытием нового направления – душевный хор «Дети». Свое творчество продемонстрировали и участники театральной мастерской Милены Домингес «Голоса». До позднего вечера в парке звучала музыка, стихотворные строки, отрывки из литературных произведений, песни под гитару. Творческую атмосферу дополняли работы художника Елены Александровой, руководителя пресс-службы Международного союза художников-анималистов. Кстати, по понедельникам и вторникам Елена в парке проводит мастер-классы по изобразительному искусству. В этот вечер у каждого, кто присоединился к природнику, была возможность загадать желание золотой рыбки. 30 разноцветных, почти золотых, карпов кое под аплодисменты выпустили в пруд. Напомним, что первые 70 декоративных рыбок были выпущены в пруд ранее. Кроме того, предварительно была проведена очистка водоема с использованием специальных препаратов и профессионального оборудования. Установлены аэратор, устройство для насыщения воды кислородом, автокормушка и домик для уток. Шефство над парковым водоемом взял на себя сотрудник парка, специалист по аквакультуре, ветеринарии и экологии Александр Ловецкий. Раньше местные водоемы наши экологи наполняли белыми амурами. Они спасали водоемы от плотного зарастания, но не могли привлечь внимание посетителей парка. Юркие, пестрые карпы кое не только способны очищать любой водоем, но являются их настоящим украшением. Еще одним украшением пруда стал фонтан с подсветкой в вечернее время. Организаторы природника, комитет по физкультуре, спорту и работе с молодежью, Центр молодежных инициатив «Шанс» и городской парк.